сегодня утром звонила нашим компаньонам. Они, в общем-то, согласны поднять акции, но нужно как бы съездить к ихнему заместителю директора и подписать как там кое-какие бумаги. Съездишь, пожалуйста, завтра. Если будет время, потому что тут так много информации, и все это надо изучить за такой короткий срок. Ну, или пошли кого-нибудь другого. Нужно просто туда съездить, подписать бумаги от моего имени. Ну, хорошо, посмотрим, найдется время. Слушай, я тут какую-то бумажку нашла. Лицензия на бизнес CEO. Можно выбросить ее? Он умер. Ну, мы потом с тобой с этим разберемся. Хорошо. Господи, наконец-то этот день закончился. Я так устала. Да уж. Дела, в общем, пока что плохо. Надо пригласить директора. Да все, стоп, хватит об этой работе, я так уже устала. Азина! Цыпочки попались? Мы вас предупреждали, что не будет денег, мы вас найдем. Кто его? Слышь, ты, ты вообще знаешь, что я? Ты что делаешь? Вы здесь никто. И сам ты никто! Вы будете здесь, пока мы не разберемся с Кириллом. Что тебе надо? Давайте я вам чек выпишу. Только отпустите меня. Нам не надо ничего. Не надо нам твой чек, а? Это, блядь, чё за хуйня, ёбаный в рот? Ты, Игорь, блядь, ёпта мать, блядь, посмотри на, блядь. Ой, блядь, живой, что ли? Ты чё, пидор, блядь? Ты чё, придурки, что ли? Ты откуда идёшь? Ты кто, иди? Занято, нахуй! Ты чё, придурки? А? Ты, блядь, ты как выжил-то, нахуй? Да кто? Это кто это? Это, блядь, Кирилла, нахуй! Так он же сдох! Вы чё, успокойтесь, ребят, вы чё несёте-то? В смысле сдох? Ранение было несерьезное. Я пролежал в анонимной частной больнице всего месяц. Чё ты пиной, блядь, пи***ешь нам? Пи***ешь, сука, мы тебя похоронили, блядь! Чё, идиот ты какой? Иди отсюда, я сказал! Какой похоронили, а? Я потерял за того всё, авторитет, работу, девушку. У меня остались только вы и два овоща. Это чё сейчас было, типа? Ничего. Мразь, блядь, ну ещё я. Пошли, блядь, твою могилу проверим тогда. Я пошли, проверю. Я реально могила, пиз. Это я. Это что ли, а? Я говорил, мы где-то, ну и все, и ну, и ну, и все. Вы что ли? Че ты? Что это? Дима твоя, ёпты. Че, ёпты? Вот тут вот ты закопан. Идиот, конечно. Не ожидал от вас. Да пошел ты на. Вообще, блядь. Чё за хуй, чё за нахуй? Чё там, блядь, я так и не понял, блядь. Ты, блядь, раскопай нормально. Что сделали? Кто вообще, почему вы думаете, что я сдох? Вот, вот такого вы обо мне мнения, да? Да ты, блядь, потому что ты, блядь, ты, блядь, говоришь нам одно, сам, сука, не вздыхаешь, блядь. В смысле? И горело, блядь, вообще оху... Я еще оху... Ты чё представляешь? Ты давай копай, блядь. Ага. Блядь, ну это, короче, пиздец был для нас трагедия. Да где ты, ёбаный, блядь? Я заебался, блядь. Копайся, сука. Ты за нахуй, блядь, где-то хуй, блядь.
блядь. Ваня, что, зачем вы это сделали? Это же я, блядь. Да господи, ты можешь копать-то нормально, а? Ты, блядь, нормально можешь копать в ту сторону, блядь, ты заеб. Как я, блядь, закапал вот эту хуйню, блядь? О, нашел! Смотри, это ты, блядь. Вы что, идиоты? Что это такое? Это, блядь, ты, твой это прах, ты, блядь, дура. Какой мой прах? Вы чего несете? Я а здесь, чё, нет, что ли, Игорь? Ну скажи ему, блядь. Это ты, дебил, ёб твою мать. Ну? Чё это, блядь? Чё? Это кокс. Что у тебя, ёб? Это кокс, блядь. Ёб твою мать, это, блядь, кокс. Почему такие дебилы-то у меня? Какой кокс, блядь? Вы чё сделали? Ты, блядь, это Кирюша, блядь, наш похороненный. Какой нахуй Кирюша? Я здесь стою, блядь. Что вы? В натуре кокс, блядь. Вы долбаны, а? Ты шла, блядь, долбаны. Откуда он у вас, нахуй? Я его это, самое. Кокаин. Спрячь в надежном месте. Да ты меня шо, понял? Да. Ты меня понял? Да, блядь. Все. Ёб в рот Кириллу, блядь. Ну ёб ты в рот, да, блядь. Я вспомнил. Мне его Геруня подсунул. Геруня, блядь. Есть, что ли, у вас головой-то ненормально? Чего ненормально? Сейчас я нормально хочу, блядь. Овощи просто. Что за хуй? Успокойся. Сам овощ! Господи, пошли его снюхаем, а, к тебе. Ну и похуй. Что это вообще здесь, блядь? Это кто твое место, могила, нахуй? Как, что ли? Пошел нахуй! Сяры сейчас нанюхаемся. Блин. Алло. Алло. В общем, у меня в заложниках две твоих девки. Ангелина и Елизавета. Не будет их, не будет твоего бизнеса. Что? Где? Когда? Ты сам меня найдешь. Okay, it's rap packed to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Короче, пацаны. Чё, блядь? Ай, пацаны, блядь. Успокойтесь, я. Успокойтесь, я сказать вам кое-что важно. Чё, блядь, да, говори, на. Заебите Ангелину из-за леса. Помните? Короче, я палец в беду. Мне нужна помощь, мне нужно спасти их. Вот завтра в лесу очень намечается стрела. Чё, уёб? Я не пойду, понял? Помогите! В лесу, на! Я не пойду, понял? В лесу, на! Позвони, б***ь! Погнали! Вы точно поможете? Где, на***? Shit, but they never admit when I said to them like I be murdering it and we living real good mainstream but it's still good I got raw shit I got real shit but right now it's time for that feel good we call that balling doing this is my calling flow is so appalling my phone off and she calling I'm like yeah what it do penthouse man what a view fall back cause I'm coming through with my whole team they coming too that's balling balling I came from nothing to something like it's nothing yeah you know I done it now there's no discussion bitch I'm balling I made a promise to my mama, I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin', ballin'. Closing million dollar deals. Catch me swerving, burning $100 bills. How I feel when you ballin', ballin'. Going places they never go. It ain't all about the money, but I stack it cause yeah. You never know. You know that we ballin'.
we be going all in. Hold on, let me slow it down so y'all get the shit. These haters talk, but I don't give a shit. Got models, bottles, and the piff is lit, but we... Теперь ему точно. Ну чё, пацаны, где мы сделали? Да пошёл ты. Пошёл на***. Мы не пойдём никуда с тобой. Пошёл. Точно всё понял? Да, иди на***. Иди на***. А так? Это чё за ху***? Нет, чё? Ёб твою мать. Нос. А у нас нож. Два пистолета. Так, нас ты, б... Да колоссно же мы все, блядь. Колоссно же, и тебе колоссно же, и все. Это нож. Мамка своей клоц, блядь, сделаешь. Ты чё пришёл вообще к нам опять? Ты к нам опять, чё пришёл-то? Ты чё на надо от нас, блядь? Успокоимся, блядь. Чё пришёл, я не понял. Выслушайте меня сначала. На жопа чешется, понимаешь? Быстрее говори, на***. На спину идти надо сейчас. Да какую на***? Погнали! Погнали! Идиоты, а? On the low, what's up with you ho? Bitches smoking dro, bet you know. It's like 44 when I spit that flow. Cause we go hard like that shit. They hustle on the boulevard. Fuck your bra, bitch, I bet I could. Bitch, I bet I would. On the low, what's up with you ho? Bitches smoking dro, bet you know. Bust like 44 when I spit that flow. Cause we go hard like that shit. They hustle on the boulevard. Fuck your bra, bitch, I bet I could. Bitch, I bet I would. Let me get it right now. The shit I've been on. R-A-T-T-P-A-C-K. You know we shit on. Anybody in the way all day. I'm living my life, but you know to the fullest. These women, they love us. They push us and pull us. Just me and my... Это чё за бред? Чё ты так? У вас чё, рожа лишняя, я не понял. А ты чё дерзишь-то? В Триополе в Баку и уже нормально не сможешь ходить. Отпустил их? В общем, 10 тысяч долларов или мы пустим их по кругу? Вы слышали, что он сказал, а? Ты обнаглял, что ли, пёс, в натуре, а? Объясни. А давайте в натуре! Пустим по кругу! Нет, ты дурак! Чё за хуй? Ах ты, сука! Ты чё, уёб***? Так получилось. Изи ГГ, на***. А с этим чё? Изи, хватит дожилось. Всё! Ты молодец, я вижу всё. Я походу его грохну. Да нет. Ваня! Я с тобой. Давай, бросок, блядь, погнали.